Фестиваль «Поверь в себя» — мероприятие, которое ежегодно объединяет на одной площадке тех, кто не представляет своей жизни без творчества. Несмотря на то, что главные участники праздника — люди с ограниченными возможностями, каждый из них очень готовился к форуму искусства и с нетерпением ждал встречи со зрителем. Этот фестиваль у нас проходит уже в 7-й раз, и организаторами этого фестиваля является территориальный центр обслуживания населения Московского района. Действительно, проходит он в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается в нашей стране 3 декабря. Действительно, это день сильных духом, целеустремленных людей, которые знают о ценности жизни гораздо больше, наверное, чем здоровые люди. У нас участвуют 14 территориальных центров и плюс две организации, общественные организации. Ну, неважно, не то, что участвуют, а главное то, что присутствие здесь, в этой категории, позволяет сказать то, что с удовольствием идут на это мероприятие, показывают свои изделия, показывают свои работы. И я считаю, что, или мы считаем то, что это мероприятие должно быть, показать равных среди равных. Традиционно в Большом фестивале участвуют представители учреждений, работающих с особенными людьми. Главная задача для них – подарить подопечным шанс почувствовать себя нужными. Мы представляем ручные работы, которые сделаны руками и энтузиазмом наших проживающих. То есть они в это вкладывают свои эмоции, душу и как бы все свои такие вот свободные минуты. Сегодня вопросам социальной поддержки инвалидов в стране уделяется особое внимание. Заключается оно в том числе и в опеке со стороны специалистов территориальных центров, которые словом и делом стараются помочь особенным людям максимально социализироваться. Лица с ограниченной возможностью имеют возможность себя проявить, и им выделяются определенные не только финансовая помощь, но и возможность посещать отделение дневного пребывания в территориальных центрах, где работники территориальных центров уже на профессиональном уровне оказывают им различную помощь. Фестиваль «Поверь в себя» прошел в 2018-м в 7-й раз. За это время мероприятие стало не только хорошей творческой традицией, но и площадкой обмена опытом работы с особенными людьми.